День освобождения Солнечногорска от немецко-фашистских захватчиков – особая дата в календаре города. Чувство радости на лицах ветеранов смешано со скорбью, а чувство гордости за свой город и своих земляков передается от них будущим поколениям. Более 12 тысяч солнечногорцев участвовали в сражении с врагом на всех фронтах Великой Отечественной войны. Освобождали наш район от захватчиков. Трое воинов солнечногорцев стали героями Советского Союза. С особой теплотой поздравляю дорогих фронтовиков, тружеников тыла, вдов погибших и умерших воинов. Освобождение Солнечногорска стало одним из фрагментов эпопеи Великой Московской битвы. Поэтому в праздничной программе приняли участие не только наши артисты, но и московские. Академический хор русской песни российского гостелерадиоцентра «Славянские напевы». Прекрасным подарком нашим ветеранам стал марш защитников Москвы, написанный участником обороны столицы Алексеем Сурковым накануне контрнаступления. Ну и в наше время ветераны все еще равняют перо со штыком. Подтверждением тому стала премьера песни. Была написана песня на слова ветерана Великой Отечественной войны, участника штурма Берлина, почетного гражданина Солнечногорского муниципального района Иллариона Ильина. Кстати, он сегодня присутствует в нашем зале. Давайте поприветствуем его. Песни, стихи – самые святые слова благодарности от потомков в этот день им, героям той неистовой войны. И пожелание отметить с ними еще не одну годовщину освобождения Солнечногорска. И, конечно, 70-й юбилей Великой Победы. Юлия Речет, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».